américain, quoi. Что, у вас фул? Слушайте, а где качать горку после 60-ти? Релогнуть. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям.
Каски же у всех вроде есть. Туман, если есть. Запускаем пинчуть удочек. Цирк приехал. Долго не продержалась. Опять только. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется... Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно — их нужно остановить. Слуги, обратитесь в пепел! Далеко, слышь?
кинь мне вместо каски крест на Набухила. Сейчас, сейчас. У меня нету чем отпить. Ему это кому? Ну, бахил. Прыгаем вот шмен. Спасибо. Чё кто хилит? Цесар, кота, спекайся нахуй. Чё, какую ауру лучше, от огня или костёрскую? Или броню? Этого дурака и меня, блять, застанил хвостом. Ух. Не, все. Thank you.
Видите, у меня маны нету, нихуя уже. Это уже был. Сжимайся, выйдь. Прочитайте гимн, пожалуйста. Остерегайтесь тени. Будет 40. Вайп. Чё-то Десер соло не захилил, да? Блин, я был. Виталик, он умер, пиздец. Сразу считай. Кого умер-то? Я не стоял на месте, я еще баблу пожал, я не понимаю, как я умер. Я не стоял там. Бабл не спасает. Как это не спасает? Вот так. Давай, давай. Да. Вы чё, в РС где Сигер? Сейчас сорвался рейд в рыбочку 25. Сейчас рыбу поставлю. Рыба. Ты же сам набирал рейд. Вырубаем. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения! Небеса в огне! У нас 20 на 80 было, блять.
Уходите, если посмеете. Ну? Так у меня нормально мана еще, что ты ноешь? А что не диспелить это? Да я вот хожу уже 2 часа тут. Где ты ходишь, блядь? Во тьме хожу, блин. Около рейда? Да с чего это возле рейда-то? Я отошел на максимум. Открываешь книжку, блять, у тебя там есть спелл, нахуй, очищение. Я не могу из тебя диспелить, я, мне неудобно. Охуеть. Блять. Че это смеется этот дурачок, ем? Мне неудобно вообще, я кое-как играю. Левая. Да. У меня на мышке там это как скиллы. Ну иногда я переключаю, что длань спасения кидаю кому-нибудь там. Но если в хеме. Но это не скиллатура, а так вот, вот стрелка. Нет. Ну да. Да пофигу на них, что делать, то ты пусть делают. Мне насрать на их мини. Не, не вопрос. Сам диспелю, ем. Не надо мне диспели. Просто забыл, что у него рука. Они же суперигроки. Суперигроки, все знают, никто не косячит никогда в жизни. Я про себя никогда такое не говорил, так что ты не преувеличивай. Ага. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Просто реально думал, что пол диспелить все сам. Хан-хан. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Я не хилил почти, я хуй знает куда она девается.
Это шаман не ресает так ману. Там то и маны ресает. Хилю пока тупо Войда. Хилевый рейд. Скажу процентах на 50. Давай, Инна. Остерегайтесь теней. Я не успел. Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Сколько еще небеса в огне? Сколько еще таких героев? Да это я тебя волну не хилил, пока начал с Десером базарить. Мне хилить не разрешает просто. Да не, я ж одел триньку на МП5. Как бы не то, что как РС-ку норм хилил. Нормально. А тут нормально можно соло хилить. Просто, во-первых, Войд и Блан. Рыбка. Прожаться не может. Ну, Рудру соло я хз, может и можно, но вряд ли. А, ну ШП это нормальная реплика. Капли плюс еще манрез. Если бы ретриком был диван, бы сразу нахуй дал на Войда спул. Узреть начало эры разрушения!
Банутый символ нахуй. Спейс с него пусть сдохнет нахуй. ФМ пишет, типа, это последняя была шмотка на комбата. Ну, плащ, я говорю, ну, говорит, а ты считаешь, что ты его достоин? Вообще охуенно. Я не хилил нихуя, ну при чем тут я вообще к мане? Айс-фри. Остерегайтесь теней. Серьезно? Хва воронишь, хуй догонишь. 52, хватит биатлон смотреть. Какой биатлон, блядь? Да я видел, Влад, ну нахуя ты мне сейчас кидал, я ж целый почти. Прожимайся в сито.
просто возвращаешься обратно. Ё-моё. Даже если фридом работает, так нельзя нести. Зачем, если тут тысячи? Просто прыгает на месте врача. Потому что он очковался. Да, я сейчас призойду только людей пресса. Они встали сами. Да, я покидаю, почему нам. Калка там может пойдет. У Калка вроде онлайн. Ретрика. А мне дешево, не знаю. Я могу нам доказать. Подожди, я да-да-да, сейчас. Тут перчатки топнули вообще, блин. Я даже поменял на основном шамане, те, которые из телка, вот на эти. Я их только что и выбил. Поздравляю. Спасибо. Крит это заебись. Можешь при стуке кинуть еще ЕПшки соточку. Элоран, да? Да, он скилловый человек.